Всем привет, друзья, вы на канале Bloody Royce, меня зовут Владимир, и сегодня я с Артемом продолжаем играть в игру под названием Endow Ring. Всем привет. В прошлой серии мы остановились на том, что победили босса, спустились в подземелье, как дворец Могвин, и победили босса, Повелитель Крови. Ой, тут чувак какой-то, кстати, появился, мы с ним не разговаривали еще. И в этой серии мы пойдем, получается, в DLC. Насколько я знаю, надо вот подойти... Коснуться усохшей руки, и нас телепортируют. А еще у нас куча душ, которые мы можем потратить и прокачать себе уровень. Сколько у нас? Почти 400 тысяч душ. Это можно вообще нормально так прокачать мудрость на 4 раза. А еще у нас есть воспоминания о Повелителе Крови, и можно его обменять. Давайте поговорим. А, тебя привел сюда Микел какой-то там. Я Леда. Вера провела меня по этому благородному пути. Коснись усохшей руки, и она перенесет тебя в царство теней, где ныне обитает Микела Милосердный. Мои товарищи уже там. Как мы, они откликнулись на зов Микелы Всеведущего. Если найдешь их, они обязательно тебе помогут. Так вот она как раз говорит, то что... Надо коснуться, и тогда телепортирует. Чертил, давайте там у костра. Когда ты пыхнусь? Да, там у костра. Сейчас я вначале пойду воспоминания обменяю, и я могу, по-моему, посох улучшить на плюс 10. Кстати, у меня получается осколок новый, да? Осколок кольца Элден. Надо посмотреть, что он прибавляет. Воспоминания. Можно получить либо трезубец, либо подаяние крови. Кровавое пламя рассыпается искрами, поджигая область перед вами. Надо веры, колдовство, я не могу таким пользоваться. Либо священное копье Могвина. Накапливает кровотечение 33. Урон огнем наносит. Ну, по сути, тем и тем я вряд ли буду пользоваться. А это копье, которое бьет через стену, да? Да. Ладно, возьму его. Вдруг захочу потом. Снаряжение героев что-нибудь новое появилось? Нет, все то же самое. Так, все, ступай, говорит. Хорошо. Можно поговорить с кузнецом и прокачать себе оружие. Вот посох, а плюс 10, все, на максимум улучшил тоже. Тоже а еще я могу вот этот громовой меч улучшить. И теперь мне надо кузнечный камень 8, еще 2 штуки. Не смогу еще прокачать. Еще можно попробовать пепел войны поменять. А чтобы поменять пепел войны, что надо? Он просто меняет, да, ничего не берет за меня. В смысле? У кого? Вот когда у меня стоит пепел войны, я хочу поменять, он мне ничего не делает. Он вернется. Они поменяются местами. Ты всё, это я... поставишь, тебе это вернется в инвентарь. Я там поменял, короче, пепел войны, теперь громовой удар у меня там какой-то. Давайте подбежим к служанке, посмотрим, что она интересного скажет. Служанка. Колокольник сфер у меня нету. Что она продает? Мне бы... Найти где-то камень 8 кузнечный. И надо, да, дать какую-то сферу, чтобы у меня появилось. Где мне такое найти? Можно с этим поговорить. А, это ты, что такое? Так, дворец Могвин. Пропавшие полубоги и тайные медальоны воссоединены. Вижу, тебе удалось раздобыть второй тайный медальон. Рад, что мои советы оказались полезны. Но прочее, твоя заслуга. Как вижу, ты куда толковее, Энши. Теперь о главном. Оба тайных медальона наконец у тебя. Полагаю, ты хочешь знать, что тебя ждет впереди? Признаю, тебя тоже сгорает любопытство. Так, дворец Могвин. О, так вот где скрывается так называемый Повелитель Крови. Подходящее логово для безумца, бредящего возрождение своей династии, пока он превращает погасших в окровавленные пальцы. Позволь ему остаться здесь, и его иллюзии останутся такими же далекими и недостижимыми. Но, возможно, стоит изучить. Если то, что я услышал, все-таки правда... О, прости, я на мгновение забылся. Твои сведения крайне полезны. Вот обещанная награда. Это поистину нечто удивительное. На тебя можно положиться, я прошу тебя лишь не изменять своим принципам. Справочник лекаря 3 дал мне.
Ага, значит, Микелу и правда был повелителем крови. Любопытно, очень любопытно. Твоя мозаика почти сложилась. Это один из последних кусочков, которые нужны круглому столу, то есть мне, чтобы собрать все воедино. А вот и обещанная награда. Последний тайный обряд, известный лишь мне. Закон, причины и следствия. Заклинание мне дал. Так. То, что я ему информацию сказал про это, он дает мне вознаграждение. Еще, кстати, вот это в зиме, где мы бегали. Там еще замок есть. Мы в замке не ходили, да? О, это телепорт там к святому древу. А там что дальше будет? Не Каэла. По сюжетке? Нет, там не сюжет. Потом туда сходим, вначале в этот, в DLC пойдем. Можно в DLC побегать. Пошли в DLC, потом, если что, туда вернемся. Там не по сюжету. По сюжетке тебе надо в котел там. А, ну короче, тоже дополнительно. Да, это дополнительный босс. Кокон неземных. Все, телепортируемся. Отправиться в царство теней, меня спрашивают. Вот мы и дошли до DLC. Все уже там снимают, стримы ведут. А мы только заходим. Вот он заходит. Я всех уже боссов убил, все прошел. Равнина надгробий. А вот так заходит. Так, костер активировал. Карту надо найти тут. Я рядом. Черти, у костра. Вас прижимаю, другое метко осуществи помощи дяди Вове, он один не может. Так, написали. Да? Еще добавили скобочек немощный. Тут не я, вот скобочка. Гробы какие-то тут невидимые. Это твой гроб тут будет следующий. Да? Что там за статуи? Не знаю. Птички какие-то. А в принципе нормально наношу. Я не успел ударить. Так, сдали, по-моему, 1700 или что такое. Так, вторжение, опа. Артём. И где он? Чё, назад пошли? Вон он сзади. А он, походу, с кулаками. О, бессмысленно, он сейчас будет это. Но у меня все равно не тратится. Вот как сейчас не засчитал, прям в него уж попал. Опа, сейчас засчитал. Вот сейчас должно было засчитать, а урон не прошел. Ха-ха-ха, начал хилиться и получил. А у него хилов нет, походу. А, есть. Нормально, по 600 я ему наношу заклинанием. Все, готов. Немощный. Как синхронно. 9000 дали. Я вижу вдалеке кто-то большой там ходит. Ты ножичками что ли кидаешься или что это? Что тебе за пика? Пика. Пика, Пикачу. Ой, я думал это моб. Бедного барашка убил. Кто тебя там бьет? Предмет вижу. Ты где? Я вот тут снизу. За тобой бегу. Это тоже мог. Не трогай. Ой. Они же синие горели, Вова, это как медуза. Я откуда знал. Ой, как махает жестко. Ну-ка, жарим. Ой, что-то мимо вообще урон не проходит. Там вот дальше можно куда-то зайти. О! Че, вжарили тебе? Ага. Ну простите, я не знал. Я думал, они злые. А тут босс. Западный мавзолей. Че, зайдем? Нет. Чего? Куда без баф? В
Рыцарь одиночной тюрьмы. Ну, тварь, уворачивается. Нихуя себе, арбалет у него, ебать, как пулемет. Да. Нет. Нихуя себе, как больно. Одного удара почти все хп сносит. Вот что бывает, когда качаешь только мудрость. Про хп забываешь. Да уж. Надо будет все-таки пару раз хп вкачать. Мне кажется, я умер, потому что я броню слабенько надел. Надо обратно переодеться в свою, которая защиты много дает. Костюм Рейни, конечно, красивый, все дела. Но защищает он плохо. Тут вон древо какое-то. Из него что-то льется. Опять безумцем будешь? Да. Не зря же я бил с Сибиро. А, помоги. Я иду. Я хоть безумец, но не такой сильный. Пока все закастуешь, уже побью 10 раз. Ну все, тварь, держись. Нечестно уворачиваться. Нормально у тебя заклинание так фигачит. По сплэш. Он что, хилится? Паскудник. Не понял. Так, я понял то, что мне надо душу успевать подобрать. О, у меня хилок нету. Бей. Щит меня спас сейчас. Сейчас бы я умер с одного удара. Ну да. Вот так вот. Надо дроническую дугу было использовать, чтобы хп больше стало. Замечен подобающее поведение. Опять? Опять все плохо идет. Это может ты там что-то делаешь? Что я делаю? А у меня неподобающее поведение. Не знаю. Замечен, вы не можете войти в сетевую игру. А, значит у тебя. Ты себя плохо ведешь, не я, не надо на чужих. Я стоял на месте, тупо. Скидывать на остальных свои хулиганство. Там хулиганишь, а я виноват. Расколотые руны написано, позволяет получить 500 рун. На них написано, а на тех нет. Да. Это, наверное, специально сделали, чтобы не нажимать R букву. Смотреть информацию. А чё? А, тут пишут, сколько дают, нифига себе. Я не знал. Я просто использовал, так узнал. А ты можешь их не использовать, а просто продавать этому. Кузнецу, он столько же берет, сколько она и дает. Да, нифига себе. Так быстрее. У меня вот, кстати, две великих руны, которые не активированы. Великая руна Мога, лишённая благословения. Мне надо благословить их. Священная башня Альтуса, она стоит на краю обрыва побережья к юго-западу. И восточная башня Альтус. Так, по сути, когда я качаю мудрость, у меня урон от магии увеличится, правильно? Ну, да, вроде. У меня сейчас меч магии должен еще больше давать урон с каждым уровнем. Ну все, держись, чубопели, сейчас я ему настучу. Все? Не мешай! Куда ушел? Я зашел. Ай! Ну ты, в принципе, держишь один удар. Ой, я ему в спину хотел воткнуть. Не получилось так. Опа, банальный. Ну вроде на тебя агрится, а все равно уворачивается от моих атак. Нормально вообще, нет? Жестко перекатывается. Пока я в луну залажу, у меня урон не проходит, да? Потому что он меня тогда подбежал, хотел меня побить. Все, готов что ли?
Теперь вторая стадия. Сразу вот так. Рак поверь. 52 тысячи душ дали. Двуручник одиночеству дали. Шлем одиночества и доспехи одиночества. А еще дали вот этот шарик, про который ты говорил. Стальной двухручник рыцарей одиночной тюрьмы. Пройдя тайный обряд, они отдали свои сердца ради усиления боевой доблести. Затем они выгравировали на своих клинках два герба. На одном изображен цвет рождения, на другом одиночество. Особый навык – лунный удар. А, это вот этот, который бьет вдаль. Он наносит урон. Просто урон наносит. Без магии, без всего. Все, тут больше ничего нет. Че, мне куда дальше-то бежать? Вон там какой-то здоровый дядька огненный стоит. Побей его один. Че-то он не выглядит слабенький. Когда у него горит на ноге огонь, значит он этой ногой ударит. На лошади прыгаешь, а урона не будет. Просто лошади так. Обугленные руины. А он одноразовый, что ли? Костер нашел. Да. С него падает этот капля. Слеза. Так уровень могу прокачать 99 тысяч душ. Она бесполезная. Бесполезная? Так, мудрость 70. Все. Тогда знаю, в тебе все еще бурлит обида. Ее-то я и превращу в проклятие, которое обрушится на голову подлеца Месмера и на всех отпрысков Марики. А мы вдвоем не сможем этого побить? Можем. Костер как называется? Обугленные руины костер называется. Тут это тварины страшные. Какие-то руки. Внутри что-то огненные, угли какие-то лежат или еще что-то. А, рядом с картой? Так, карта. А не знаю, где здесь карта. Нет, вот. Это дальше. Сейчас я до карты добегу. Карту возьму. Дальше. А, вот, нашел. Рядом чуть-чуть. Ну, тут не особо далеко. Можно по этим руинам побегать, да? Какие-то бомжарики. Да не бомжарики. Подобрать. Какие-то карта шкафки. Надгробий. Это не вся локация, да, DLC? Тут еще больше. Тут есть гора драконов. Потом есть болото. Короче, это большая карта. Так, нашел предмет. Справочник величайшего гончара. Много интересного. Да. Его стоит бегемот. Какой бегемот? А там у вас бегемот есть. Мне какие-то новые предметы открываются, которые я могу крафтить. Пока не знаю, убьем ли мы его. Так. Мы уклонимся, если будем прыгать. Так. Не знаю. Это не босс, это моб. А это моб просто? Давай я попробую. Давай, я издалека посмотрю. Ебать, он здоровый. Все, сразу агресс. Куда ему бить-то надо? По ногам. Ну-ка, заклинание. Вот он сейчас подпрыгнул, походу. Прыгает. Нет, этого я не уклонюсь так. Я тоже. Я думал, он так далеко не достанет. Поджарился. Срывого нет. Можно поставить вот это от огня. Сопротивление побольше, чтобы было. Мне надо броню сопротивления огня больше всего поставить. И сторонки смотри. Я буду потихоньку появляться, убивать. Появляться, убивать, да? Да. Большой дяденька, страшный. Ну там вон сверху какие-то островки зеленые. Тут от дерева такая, знаешь, локации красивые есть. Я до них еще не доходил и не узрел, но по видео красивые. Топнет сейчас. Далеко бьет. Ай, не так. Тайминг не поймал. Он так и будет делать, что ли? Не долетает заклинание. Не надо, я сам. Луна, интересно, долетит до него? Не надо, чтобы он переогрелся. В
Летит, летит, летит. Не долетел, что ли? Хочу ему тоже вжарить. Надо его по ногам бить. Я не достаю, да? О. Ой, увернулся, походу. Получилось. Ты все время подпрыгиваешь, или он просто не достает до тебя? Я все время прыгаю. Когда одной ногой бьет, тоже прыгаешь, да? Я пропустил. Да, мне надо поближе. Или лук достать, я не достаю до него. У него хп вообще что-то много, да? Сейчас все будет. Ему кроватек можно сделать? Нет. Готов себя призывать. Значит, удручающе. Так, ладно, я пережил его атаку. Вот его на ноги повалил. Смотри, как урон. На, 5200. Ты его с ног сбил, что ли? Да, сейчас еще один раз и все. Иди к костру сразу. А у тебя хп нет, что ли? Ой, хилк нет больше? А. Все. Ой, вторжение. Нет, ты давай призывай, не умирай. Я у костра пока не вижу. Пока не вижу его. А, вот он. О, Артем, ты вовремя. Вот этот чубупель еще стоял так. Он надевает талисман, хозяин. Такого вообще незаметно. Когда красный подсвечивается, хотя бы видно. Ух ты, тоже стрела. Кровотек дает. Ух ты, какой. И сразу бежит к этому. Люська. Ну что у него стрелы, самоуправляющий, что ли? Я даже не вижу. Бион спамит жестко. Быстро прям стреляет лук. Он может кровотек набрать, да? Да. Как засчитывает? Ее еще не подпускает. Ой, там этот загруз. А по нему тоже урон будет. А, сюда идет этот. Дяденька? Да. Ну я тут сейчас заныкаюсь. Что-то FPS просаживается из-за этой твари. Незаметно? Она же не дает, блядь. Он достал убегать. Он сыкло. Он тварь. Ну, пропустил. У него хилка сколько, много еще? У него лук сразу несколько, что ли, стреляет? Да, он несколько раз стреляет. Он фляжку потратил еще раз. Давай его, давай. Я не успеваю за вами добежать. А, опять туда бежит, он заебал. Давай, дядя Артем, давай, давай, чмыри его. Да сколько пляжек у него там? Он уже пляжки 4 выпил. Спамлю, спамлю. Еще раз захилился. О, тебе нельзя умереть, там у нас это на пол хп. Я понимаю. Ой, нет. Я не знаю, как урон проходит. Ну просто с ударом мне почти все хп сносит. Потом еще как-то урон проходит. А главное, когда я по нему постреляю, нихуя ничего не проходит. А ладно, пофиг. Придется заново это убить, да? Да, это не тяжело. Я еще возьму вот так. Другое оружие взял.
А я сейчас буду его баланс быстрее сбивать. Не попал в тайминг. Ну вот сейчас повезло. Бесполезное заклинание я поставил на этот меч. Пил. А, я думал, он падает, а он просто бьет. Не надо, я сам. Ладно, отойди. Ну, я побежал. Так неинтересно. Хочется тоже побить его. Он так даже не достает до меня. А вот сейчас достал. У него какие-то маски, он на ногах тоже висят. Ты говори, когда он ногу поднимает. Ногу поднял. Рано, ты рано. Умер. Иди к костру. Лошадь, лошадь, Вова. Да. Кейса. Нет. Я не могу на лошадь, потому что ты еще не пропал у меня. Все, бегу. Такой, ой, в костер сел случайно. Ну, у меня есть одна идея. Не знаю, сработает, нет. Он около костра тут. А чертил. Он? Да. Призвать сможешь? Нет, он прям на костре. Я стреляю в него. По 500 наношу или вообще не наношу. Что-то наношу вроде. Было близко ко мне, кстати говоря. Сейчас упадет скоро. 96 я ему наношу. Все. Нет? Да? Нет, он тебя обманул. О, он тебя всего, поймал. Ядро. В печку скинул. Так, понятно, я побежал. Призывать. Вот это было неожиданно. Потому что на лошади легче. Два прыжка сделать. Вернуться. Кинуть бы в него горшочек один. У него хп прибавился. Да? Да. Что за беспредел? Ладно. Как ты так уворачиваешься? Я сейчас сделаю это, как я хотел. О, зря. Ой, увернулся. Я должен внести свой леп. По 300 ему наношу. Ой. Ой, я увернулся. А я умер. Опять? Жесткий дяденька. У нихуя камушек поймал. Больно? Очень. Ой. О. Пизда мне. Ладно, я возьму себе сейчас заклинание лук и с лука буду стрелять. Ну так ты тоже с ног должен сбивать. Я вношу свой леп. Падает? Нет пока, стоит на месте. Ух, стамина закончилась. Ну вот так быстрее сами убьем чем-нибудь, упадет. Он еще обманывает, как будто сейчас упадет, на самом деле рукой тебя зацепить хочет. О, сам давай. Я тебе там че? Чуть-чуть осталось. Он долго будет лежать на земле, если ты уронишь его. Я его вряд ли уроню.
Да блять, ёбаные камушки. Стамина, эконом. Да, на лошади легко уворачиваться от этой хуйни. Забить меня хотел, тварь. Стой всегда сзади него. Повезло, то сейчас урон не прошел по мне. Почти по 390 наношу. Ой, он меня убил. С одного удара. Я поэтому говорю, призови меня лучше. А начиналось так красиво. А есть какой-нибудь талисман, который увеличивает урон чар? У меня есть, который ускоряет. А чтобы больше наносил урон. Есть. А, вот, мощь молитв. Это только молитвы. Называется он... Я, короче, надеваю всю броню, которую от огня больше всего защиту даст. Вот от этих камней невозможно увернуться просто. Возможно. На лошади. Я бегу, когда... По прямой. Это просто... когда камень близко летит с лошади, снимай. Слази, и урон не засчитывается, когда ты слазишь. И когда залазишь на коня. Кстати, у меня поймать, а ты какой? Хитрый. Да когда он по два раза бьет, это жесть. Да подпрыгни ты, я же нажал. Наконец-то упал. Куда ему надо воткнуть-то? А, вот сюда. Слезь ты. На, по маске. Половина есть, ребят. Мы пройдем его. Мы пройдем его. И все, это смерть. Нет, жив. Он просто достает до меня то, что я рядом с ним. Надо дальше отбегать, когда это атака. Он еще ни разу не ударил меня. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Че там, нападет, нет? Я просто ему сбил. Почти убил. Ой, повезло. Ты же сбил его. И напоследок тебе. А, я не достаю. Нечестно. Так буду чмырить. Обморожение ему делать. Он долго лежит. Так его добью. Нет, не успел. Нет, что ты делаешь? Где лошадка? Сядь на лошадь. Осталось два раза ударить его. Готово. Это победа, ребят. Сколько душ дали, что-то проморгал. Дали твердые, отражающие слеза. И лик великана печи дали. Наконец-то. Это победа. На лошади легко его, в принципе. Если ошибок не совершать, легко его убить. Давайте посмотрим, что нам дали. Дали какую-то маску. Или нет? Или талисман дали? А это материал для создания предметов. Уменьшенный облик голема из печи. Материал для создания предметов встречается крайне редко. Каменная маска, украшенная витыми рогами, изображающая павшего бога огня. Герой множества преданий роговеств. Дядя Артём взял лук и будет фигарить так же, как тот пацан. С лука? Ну, если кто-то такой зайдет,
такой же. Убегать будет. И просто будет наярить стрелами. Если зашел, сражайся. Сражайся! Если он не поймет, возьму пушку-то. С него, кстати, мало души выпал с этого чувачка. Так а надо мало дает, я же сказал. Переодеться надо обратно. Вот в этом сете буду тогда ходить. И талисманы надо поменять обратно. Что у меня тут стоял? Вот этот талисман надо поставить. И вот этот. Так, куда отправимся теперь? У меня тут карта открылась. Этого чувака мы побили. Дальше по дороге беги, там костер будет. Так, тут руины какие-то, кстати. Это просто туда нельзя подняться. А через этого чувака туда дальше бежать? Тут вот еще в другую сторону. Вот эти руины еще надо осмотреть. Я даже не посмотрел, что там. Так, вон бомжи что-то охраняют. Охраняет же? Нет. А, вот предмет есть. Какую-то фигню, короче, они там охраняли. Обугленные руины, так. Надо здесь пробежаться, посмотреть. Просто я себе еще поставил отказ маги. Это что такое? Отталкивает врага. А-а-а. Он побежит, у нас в этот. Так, предметик. Руна царства теней, 2. Крест на трех дорог называется. Там два этих будет стоять. Мужичка. Я тут по крышам руин бегаю. Здесь уже бегал? Да. Да, да, я не помню, что там. А тут башня какая-то. Снова эти есть смазка. Огненная смазка Мейсмера. Выкрывает оружие, наносит тяжелый урон огнем. Клинок милосердия. Увеличивает силу атаки после каждого критического удара. А на эту башню что, нельзя залезть? Кто-то туда как-то запаркурил, вон там пятнышко крови. Так, ну все, больше тут вроде ничего нет. А вот по этой дороге можно куда... О, фиолетовый предмет. Большой треснувший горшок. Можно вон туда куда-то пробежать. Бомжарик. Жалко, нельзя с лошадью разговаривать с ним. Давай, все сгорели дотла, никого не осталось. Месмер и его прихвостники приговорили нас к сожжению. Пропустил фразу. Мы просто жили в мире согласия. А там тупик, можно просто сбегать. Тут вот лес какой-то, в лесу ничего нету? Я говорю, там этот, когти, как у меня. В лесу. А там да, вниз еще можно мужик. Куда-то в тупик забежать. Там храм будет. Вперед! Вперед! Это, хвастаешься? Нет, это я оружие смотрю. Вот надо вот этим молотком бить того было. Тогда бы точно упал он. Он просто урон наносит физически. Ну, сил 45 надо. Это мне не по зубам. Это надо все равно. Сзади тебя идут. У меня 96 тысяч душ, кстати говоря. Накопилось. Можно, наверное, использовать руническую дугу. Чтоб КП побольше было. Вот так. О, ладно. Опа. Давай подождем. Видишь его? Нет, пока что. Ты ему 41 нанес? Нет, нет, это он себе что-то сделал. А, ну пускай у него хп убавляется. А он опять бегать будет. Хача. Поймал стрелу. Сейчас ему молоточком как вжарю. Еще раз. Кто ты? Когти надел? Ой, дяденька спрыгнул. Мощный. Конечно, хп убавляет свало. Давай назад. На, поймал. Как не засчитал. Он какой-то шлем надел или броню? О, ты чего? Я фляжку пил в тот момент, когда он тебя... Ой, чмырить начал. Я не понял, как я умер.
Я думал, ты мне помогать будешь, а ты что-то стоял. Я спамил, потом ты на него побежал. Я начал пить фляжку, чтобы ману пополнить. А он тебя побил. Я пускай еще раз зайдет, сейчас точно победим. Да, там разный заход. За мага играешь. Как тебе, может, веса не хватать? Ну, у меня стойкости мало, не хватает. Тем более, за мага играя. Вот и не хватает. Если бы за воин играл, я... тогда бы хватало. Я кроме мудрости ничего не качаю себе. Мне просто 70 уровней в мудрость вкачан. 20 в силу, 20 в ловкость, в стойкость. Я скажу сколько. В стойкость тоже 20. В интеллект 20, 26 и жизнь 30 у меня. Так, он где-то тут должен ходить. Ага, вон он. Кто? Тот, кого надо побить сейчас. А, вот он. Ты бомж? Ух! Спать пошел. Хотел сказать бомж с когтями. Зачмырил меня просто. А, вон он. Паскуда такая. О, этот, ко мне его, пригони. Я немножко ходить не могу. Чё? Я выпил этот снадобье железной кожи. Мне нужно, чтобы он подбежал его. Вот он, вот он. У него хп много. Отлично. Именно когда я удар начал наносить, у меня кончилось. Эффект на меча закончился. Вот Артём 500 наносит. А мне все хп сразу. Ах ты, тварь, захилиться хотел. Паскуда. Голожопы. Коготь звери дали. Это железная кожа. Это просто... Не увижу даже. Там еще можно молот забрать. Жесткий удар наносит. Он сам по себе еще вперед прыгает. Да, тогда гнать можно. Ульта жесткая тоже. Имбовое оружие, наверное. Кузнечный камень 4. Осколок стекла. Огненная траурница. Стрелы 10 штук. Ой, там вон лагерь какой-то. А там дяденька большой. Большой молот из черной стали. Шавка какая-то красная. Осколок древа упадка. Две штуки дали. Вот эти мобы сильные. Которые спят? Вообще. В дудочку позвонил. Своим кентам. И мой удар. По 1600 падает с них. Кузнечный камень 5 выпал. Топор солдата Месмера. Тут предмет. Огненный завиток. Две штуки. Пацаны, работать не могут убить и торгать себе. Может быть, не знаю. Хоть чем-то заняться. А, тут еще проход куда? Инуть хотел. Смотри, твой правый. Благословение Марии. О, я говорю, твой правый. Ты еще не атакуешь. Атакую. Так, что за благословение Марии? Полностью устанавливает ОЗ и лечит все недуги. Это как этот? Dark Souls такая штука была. Тоже благословление, да. Вроде.
Она одна раза. Она, да. Ну, можно так захилиться, как дополнительная фляжка. А вон там прямо что-то еще есть. Там тоже, что ли, босс? Или что это? Могила? Нет, босс тут нет. Там пещера, да? Я вообще вот к этой фигне бежал. Ты говоришь, пещера, я увидел только сейчас. А я только пещеру тут, видел, тут... да, ты не видел. Да, это картина. Священной башни. Его больше там ничего нет. Да сейчас монахи ходят какие-то, вот они. А, монашки. Мощные? Домой, бой. А что, они стоят, смотрят? Сейчас влечу у них. Ты на колени. Они в руке руническую дугу, что ли, держат, или что у них? Не знаю, что они. Предмет. Натяжали. Клинок для левой руки. Пошли к костру. Это прикольный клинок. А что, в правую руку я его не смогу поставить? Это просто он, ну, наоборот у него клинки. А, в обратную сторону? Их два. Нажми Ctrl. Для боев. Прикольно. Это нормально. Погнали в этот костру. Вот туда я хочу, видишь, где арк? Я там не был. Ну там справа, что ли? Слева. А, вон туда? Да, я там не был. Там обрыв, что ли? Там кто-то дерется. А, да, отсюда сюда не пройдешь, по мосту только. А вот тут знак какой-то. Там написано. Прикольная фраза. Бого какашка. А это что стоят? Они не нападают? А можем поговорить? Значит, это NPC. Ох, ты тоже следуешь за Микелой. Значит, как бы сказала женщина, у нас одна цель. Только знай, твоему роду нет прощения. Древо Эрт — враг моего народа. Марика предала его, приговорив к сожжению. Я верю в раскаяние Микео. Он говорит, что нас ждет освобождение. Но род твой вовек не заслужит моего расположения. Росток неземной крови. Осколок древа упадка. Вырезанные слова образуют фразу. Здесь я отрекаюсь от первой плоти. Так, еще чувак какой-то. О, госпожа, Леда рассказывала о тебе. Ты погасшая душа, Микео великодушно привел тебя сюда, как и всех нас. Я Фрея. Когда-то я сражалась бок о бок с генералом Роданом. Я могу постоять за себя, даже не сомневаясь. О, и еще кое-что. Ты уже говорил с нашим упрямым маленьким другом? Если нет, попроси у него карту с отмеченными крестами. Ты найдешь еще больше, путешествуя по этим окрестностям. Эти следы Микеэла Милосердного. Если нет, попроси у нашего... Так, понятно. У кого попросить? У этого, что ли? И все же, я не могу нарушить клятву. Если ты прям ищешь Микеэла, я дам тебе кое-что, мой новый товарищ. Здесь отмечены кресты, которые я нашел. Я призываю тебя последовать за Микеэлой. Пока ты идешь за ним, ты мне не враг. А это что за вообще создания такие? Типа люди тоже? Люди, наверное, NPC. Только не погасшие, как мы. Получается, Марика просто приговорил их сжечь их. Всех тут сожгли, вот эту всю деревню, которая здесь находилась. Ладно, ребят, в следующей серии продолжим. Пойдем дальше туда в арку, посмотрим, что здесь нас вообще ждет. Куча всего интересного, новые предметы, новые мобы, новые боссы. А сейчас всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И всем до встречи в следующих видео. Всем пока.